Бывают моменты, когда тебе кажется, что жизнь прекрасна. И хочется еще поднять планку, потому что ты чувствуешь себя непобедимой. Все будет идеально. Изменить мужчину. Я миллион раз слышала о женщинах, которые хотели это сделать. Ты так и не бросила привычку лезть в чужую жизнь? Танино должен познакомиться с Анной. С твоей подругой-нимфоманкой? Кстати, насчет выходных. Если поедешь с нами, я все оплачу. А что, если я влюблюсь, а потом узнаю, что он плохой любовник? Вчера был отличный вечер, да? Не знаю, я не все помню. Вот как? Сердце, как ворота. Если его закрыть, туда больше ничто не проникнет. Ты до сих пор не понял, что она единственная, кто занимает место в твоем сердце. Фернандо! Мужчины понимают только прямые действия. Но я не понял. Кто это? Моя глупая подруга, из-за которой я волновался. Я поняла, что ты кретин. Но я не могу без тебя.